and gentlemen, this is the moment you've all been waiting for. ACA League proud to present the main event of the evening. Five rounds in ACA Welterweight Championship of the World. Главный судья Магомед Магомедов, судью клетки Артур Шайхов, Иван Юрьевич, Фарид Нагаев и Андрей Ковалев. Ваш судья, хронометрист Амир Гиетина Магомедов и со звуком сирены рефери в октагоне Виктор Корнеев. Итак, дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов ACA во всем мире в прямом эфире с арены спортхолла Колизей. Главный бой вечера. Бой за титул чемпиона! Ladies and gentlemen in attendance and the millions ACA fans around the world, live from Coliseum Sports Hall Arena, the main bout, championship bout! Представляю вам соперников и первым претендента в синем углу клетки. Introducing to you first fighting out of the blue corner, the challenger! Бойцу 30 лет. Его рост 177 сантиметров, а вес 77,6 килограмма. Профессиональный рекорд 14 побед, 5 поражений. И его стиль — ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 30 years old. He stands 177 centimeters tall. Official weight 77.6 kilos. Professional record 14 victories and 5 defeats. Ladies and gentlemen, he's a striker. Из Махачкалы, Россия, претендент. Приветствуйте, Устар Магомед Каджи Даутов! Его соперник в красном углу клетки, обладатель чемпионского пояса. His opponent across the cage, fighting him over the red corner, the champion! Бойцу 28 лет. Его рост 182 сантиметра, а вес 77,55 килограмма. Профессиональный рекорд 20 побед, 3 поражения и его стиль — борьба. Ladies and gentlemen, he's 28 years old. He stands 182 centimeters tall, weighing at 77.55 kilos. As a wrestler with professional record 20 victories and 3 losses. Дамы и господа, действующий чемпион мира ACA в полусреднем весе. Ladies and gentlemen, he's the reigning, defending ACA Welterweight Champion of the World. Из Красного Чеченской Республики Россия. Вот он, Абубакар Вакаев. Бойцы на центр. Уважаемые спортсмены, работаем 5 раундов по 5 минут. Это чемпионский бой. Вы правила знаете, ненарушаемых. Слушай меня на протяжении всего боя. Активно ведем атакующие действия, активно защищаем себя. Слушай меня на протяжении всего боя. Вы профессионалы, покажите чистый бой. Пожали руки. Разжись по углам. Итак, полусредневесовая категория. Заключительный поединок грандиозного турнира ACA 138. Устар Магомед Гаджи Даутов в качестве претендента, Абубакар Вагаев в качестве неоспоримого чемпиона. 5 раундов по 5 минут есть в распоряжении бойцов. И первый раунд начинается прямо сейчас. Да, проверяет сперва Корнеев готовность, и только потом можно ударить по перчаткам. Поехали! Главный бой вечера. В красном углу чемпион, в синем претендент. Прицеливается. Устар очень здорово лоу-киком начал. Поменял стойку и хотел выцелить в корпус. Да, Гаджи Даутов как-то не очень активно двигается на старте. Мало пространства у него за спиной. Абубакар контролирует кропотливо и щепетильно дистанцию, буквально каждый миллиметр. Да, так кинематографично работает Устар Магомед, немножко с легким актерским налетом. Готов взорваться он, конечно же, в любую секунду, на скачке не получается атака. И кошачья техника, и передвижение уже от Вагаева. Неплохо, попал. Ждали мы борьбы, и не будем скрывать, ждали ее уже в первом раунде. Скрывает все свои действия Устар Магомед. Завел ногу хорошо. И здесь. Нет. Было не попадание. Точнее, удар был. Он был вскользь. Предплечьем зацепил. А свою борьбу продолжает навязывать Абубакар Вагаев. Грузит.
Ну да, действительно, не стал откладывать в долгий ящик вообще свою работу с точки зрения борцовской техники. Там, может быть, чуть-чуть зацепился за сетку. Устар Магомед заводит ногу. Ну, здесь тейкдаун за тейкдауном оформляет Вагаев. Но дивидендов никаких извлечь пока не может по бедру. И еще один перевод. Вагаев не раз доказывал за свою карьеру, что он может бороться и 25, и 45, и 65 минут, если надо. Да, конечно, Абубакар очень цепкий. И как роллится! Вау! Что творит Устар Магомед? Ничего себе! Перехитрил Вагаева, действительно удивил. И сам уже забирает спину в середине раунда. Борьба за позицию, стойка, и кровотечение есть у чемпиона под левым глазом. Да, никто этого не ожидал. Да, у нас сегодня 3 титульных боя. 2 новых чемпиона уже есть. Фантастика. Будет ли третий? Совершенно непонятно. Пока по рисунку этого поединка точно. Хлестка под ближнюю. Да, там есть рассечение под левым глазом. И пытается зайти в борьбу уже в третий, наверное, раз Вагаев. Да, пока за счет силы как раз-таки выдавливает обратно бегущего вперед Вагаева, идущего на тейкдаун. Вкладывает корпус, берет ногу и сейчас постарается выдернуть. Но не тут-то было. На коротке там здорово. Локоть подключает Гаджидаудов. Даже не на джебе, а просто на вытянутой руке. Устар Магомед держит соперника. Правосторонний стоит. И нет, мидлкик не стал бить, но неплохую скорость показал претендент. По корпусу достал. Ну что ж, очень качественный первый раунд показывает Гаджидаудов. Колено пропустил. У Абубакара Вагаева случались определенные ошибки в карьере. И одна из них случилась здесь, в Грозном, несколько лет назад, когда он уступил Мурада Абдулаеву. Да, в реванше, без шансов, Вагаев вернул себе пояс. Но тогда уступил. Проиграл нокаутом. Сечка есть уже и у Стара. Прям-таки посередине носа. Бэкфест не зашел. Да, отрадно видеть, как работает Гаджидаудов в этом поединке. Он прекрасно понимает, что задача у него очень сложная. Ему нужно работать нестандартно. Да, я объясню, почему приковано внимание к Устар Магомеду, а не к Абубакару Вагаеву. Потому что чемпион уже всего добился. Он и так уже является эталонным образцом с точки зрения того, как нужно действовать в этом весе. Да, и он это как раз показал в реванш с Абдулаевым. Первый перерыв. Да, сейчас Виктор Корнеев говорит Устар Магомеду, что нельзя работать джебом с растопыренными пальцами. Ни в коем случае. А здесь смотрим на переносицу. И, да, пока повторы. Ну, попал неплохо, но там была задача действительно просто пройти в ноги. Поэтому оказался на коленях там в какой-то момент Абубакар. Вот то самое колено, которое мгновенно сделало сечку на носу. Вышибающий лоу. В итоге есть повреждения серьезные и у президента, и у чемпиона. Я имею в виду сечки. Ну что ж, как следует разогрелись бойцы, показали зубы. Разведка завершена.
подавливает из центра. Абубакар Вагаев. Второй хайкик. И здесь справа налево перекладывает Устар Магомед. Здорово. И опять пальцы вперед держит. Предупреждал же Виктор. Пытается зайти в борьбу. Вагаев делает зацеп. Не получается. Может быть, со второго раза. Да, большой прогресс. Видно, что сделал Устар Магомед Гаджидаудов в области борьбы. Защиты от борьбы. Безусловно, да-да. И пока он выглядит один из лучших ударников, вообще, которых я видел, которые защищаются. Безусловно, все до поры до времени, но пока он выглядит очень уверенно. Разрыв дистанции. Еще раз Корнеев делает устное замечание Устар Магомеду за оттопыренные пальцы. Вот если будет тычок и Виктор Корнеев сразу же снимет бал, я не удивлюсь. Абсолютно точно, это будет обосновано, ибо несколько раз предупреждал, и вот опять растопыривает пальцы Устар. Поменялись ролями, здесь уже из центра и справа сторонний давит Устар Магомед, клинч опять. И вот здесь обоюдный захват за корпус. У кого окажется лучшее положение и кто держит баланс. Очень здорово упирается, конечно, в сетку Абубакар. Как выходит из этого положения Устар Магомед. Джеб. Очень осторожный. Потом по корпусу. Здорово добавил по ребрам Гаджидаудов. Здесь уже было сложение. Да, прикормил вот этим джебом и ударил как раз туда по корпусу, в незащищенное место. Неожиданно. И какой апперкот был. И провалил, и коленом добавил Устар. И здесь подскальзывается. Да, именно подскальзывается, но зато взвинчивается темп. Прибрать не получается. Борьба в стойке. Бросок не выходит. По большому счету, поднимется ли Гаджидаудов? Да, это происходит. Пытается разорвать захват. Нет. Да, да, совершенно верно. Пытается разомкнуть захват. Там Абдул-Керим Идилов. Конечно же, поддерживающий Абубакар Вагаева. Активно что-то советует. И с короткого расстояния чуть просто не отправили друг друга спать бойцы. Две минуты, чуть больше, до конца раунда. Сменил стойку Устар Магомед. И опять у нас небольшое затишье. Зарядился очень сильно Устар. И видно было это действие с его стороны. Уже сейчас можно сказать, что план Абубакара, как обычно, не работает. Эпизодически получается. Здесь по корпусу здорово. Вот чемпиона, чем ответит Гаджидаудов. Мидл кик. Вновь попытка ударить ногой со стороны Устар Магомеда. Он продолжает поддавливать. Ложное движение. Здесь все по воздуху. Достал корпус. Тем же пытается ответить ему и Абубакар. А ты знаешь, Ром, сегодня некоторые бойцы, ну, как будто бы сами на себя не похожи. Или кто-то превосходит самих себя в предыдущих поединках. Да, совершенно верно. Зацеп не получается. Удастся ли бросить вот из этого положения? Ну, а то, что Гаджидаудов совершенно не боится идти в борьбу первым, идти в борьбу в стойке, у сетки, это уже дорогого стоит. На коротке здорово локоть. Да, Багаев хорош. Пока все очень близко. Хлестка справа, и по корпусу не получилось сдвоить этот удар. Еще одна атака будет из правосторонней стойки от Гаджидаудова. И правый прямой перешагнул, как раз зашел в левосторонний уже для правши и выстрелил. Это тип скорее отбрасывающий. Да, ну вызывает совершенно фантастическую реакцию в зале. И вновь открылась сечка на носу у Стармагомеда Гаджидаудова.
вновь напоминает Виктор Корнеев про пальцы, которые должны быть сомкнуты в кулаках. Ну а мы смотрим, как восстанавливаются спортсмены. Получил все необходимые дополнительные простите, я уже разговариваюсь, инструкция у Бакар Вагаев. То же самое сделал и Устар Магомед. Итак, третий раунд. Чуть активнее перемещается Вагаев. Лоу-кик. Устар Магомед как будто бы старается постоянно усыплять бдительность Вагаева. Здорово. Пошатнул, видно. И это не оступился сейчас Устар Магомед Гаджидаудов. Да, может быть, не так много выбрасывает Абубакар ударов, но зато стремится делать это максимально точно. Удара становится все меньше и меньше. Все больше видов. Какое попадание от Устар Магомеда на движение. Но выглядело ужасно. А на самом деле, видимо, точно удара в челюсть-то и не было. Потому что не потерялся ни на секунду Вагаев. Кость в кость. Очень тяжелое попадание. Чуть достает лучше в этом компоненте. Абубакар Вагаев. Классическая атака. В итоге она не прошла. Лоу-кик неплохо от Гаджидаудова. Постепенно Абубакар выравнивает этот поединок. Да, вот на фоне усталости сейчас как раз выходят те навыки, которые оттачиваются в зале. Когда уже нет сил, когда ты работаешь из последних, это все закрепляется в моторике и потом начинает работать уже абсолютно без тебя. Неплохая атака левой ногой от Устар Магомеда. Здесь не заходит. Плюс мотивация и концентрация. Абсолютно невероятно важные величины. При этом еще раз отметим то, что разнообразнее работает Гаджидаудов. Все время меняет стойки, осуществляет удары с вращением. Да. Готов контратаковать в любую секунду. Да, раздергивает. Его сложно, кстати, поймать в той ситуации, в которой бы он находился в каком-то неудобном положении. Плюс финтит, плюс... Постоянно как-то непредсказуемо действует. Экватор боя. Опять под ближнюю и здесь достал. Очень тяжело ударил Абубакар Вагаев. Рот эпизодически открывает Гаджидаудов. Но пока нельзя сказать, что он задышал. Несколько раз джебом неплохо отработал боец из синего угла. И здесь опять хорошо. Хороший протыкающий кинжальный джеб. И... апперкот. В стиле Альберта Туменова, кстати говоря, от Гаджидаудова. Здорово порубились. Причем каждый сумел увернуться, каждый сумел попасть. Опять хлестка и хлесткий ответ. Кстати, как не хватает, да, Альберта в лиге? Надеюсь, он вернется. Очень бы хотелось. Вот он бы как раз разбавил всю историю в полусреднем весе очень хорошо. Два титана здесь сошлись у нас. Ух ты, а вот это очень неожиданно. Здорово, и здесь будет подсечка. Вывод из равновесия. Крутится Устар Магомед и остается на ногах.
Невероятно. Сколько же времени потратил Стармагомед на то, чтобы защищаться в борьбе? Опять Тони Фергюсон стайл, как говорится. Нужны локти еще тогда и баттерфляй гард. Фантастика. Просто фантастика. Все правильно делает Вагаев, но он временами просто не ожидает, что вот так лихо выкручивается из этих ситуаций у Стармагомед. Пытается и Устармагомед, и Абубакар сохранить определенный процент легкости в своих перемещениях. Но делать это все сложнее. Чемпионский характер Устармагомеда будет проверен, видимо, в заключительных двух раундах. Попытка прохода! Неудачно. Отзащищался Вагаев, здорово, не потерял равновесие. Ну что ж, как раз вот то, что мы обсуждали, борьба станет ключевой, на деле не выходит. Борьба совсем не стала ключевой. Защита от борьбы стала ключевой. Вот это да. Становится впереди еще 10 минут. Ну а пока перерыв. Подзадышал, прошу прощения, у Стармагомед. Видно, что уже тяжеловато ему приходится. Большая пауза. Четвертый раунд. Итак, четвертый раунд. Приближаемся к кульминации и этого боя, и всего турнира. Обычно подобные ивенты Амирбек Касеев устраивал в декабре. В конце декабря, как итоговый турнир, где проводил 3, а то и 4 чемпионских поединка. Сейчас же мы имеем такой турнир уже в марте. Очень аккуратно по корпусу. Хорошо защищается Устармагомед. Причем защищается движением, защищается плечами. Не прикладывая каких-то дополнительных сил. Да, ведь еще только четвертый раунд. Или уже четвертый раунд, как кому угодно. Разрядился по корпусу и по голове Стармагомед с разной степенью успешности. Руки на месте здесь. Хайкик очень опасный от Абубакара Вагаева. И также обрати внимание, Ром, то один, то другой работает. Первым номером здесь по печени достал. Там покраснение возникло, кстати, на животе. Больше туда пришелся удар. Вот здесь очень опасно прихватывал. Видно было, что пробьет этот удар Устармагомед и прихватит здесь Абубакар. Еще один удар по корпусу. Здорово, отвечает чемпион. На один удар Устармагомеда сразу серия. Правда, чистый удар был, скорее всего, только один. Но, тем не менее. Одни и те же ошибки сделал Стармагомед. И после этого так призвал порубиться Абубакара в центре клетки. Ушло, кстати, давление. И откровенный вот первый номер, да, потерялся. Два вторых у нас сейчас работают. Получается так. Каждый хочет контрить. Здесь прекрасный лоу-кик по внешней стороне бедра. От чемпиона. На колено пытался здесь встретить любезнейшим образом Устармагомед. И вот здесь хороший размен.
Тоже джеб. Заведутся ли парни? Будет ли более откровенный поединок? Они вынуждают друг друга сделать ставку all-in, но никто не соглашается. Так что в карточном смысле прекрасно блефуют. Да, провоцируют, выдергивают, работают откровенно где-то, но потом опять закрываются. Все это работа, присущая специалистам высокого класса. Один чемпион, другой, пожалуй, один из самых достойных претендентов, если не самый. Но плюс ко всему, Устар Магомед этот бой ждал очень долго. Он также переносился дважды, как вы знаете. Здесь подавляет Вагаев. Две минуты еще. Видно было, что достаточно времени у Гаджи Даудова было подтянуть все недостающие аспекты. Хлестка под внутреннюю часть бедра. Вагаев работает в одном темпе. Попытка забраться в борьбу нет. И здесь сразу же из клинча на выходе. Апперкот мимо. Многое уже из своих арсеналов показали спортсмены. Стало более стандартно, возможно, на фоне усталости работать Устар Магомед. И именно поэтому Вагаев воспрял духом, зацепил левой рукой. Так, щелкнул по носу буквально Вагаев соперника. Здорово. Пусть даже и поверх блока, там, по-моему, второе рассечение открылось у Устар Магомеда. Уже над левым глазом, и здесь опять точнее кажется Вагаев. Да. Начинает опять психологически и ментально прибирать все к своим рукам. Все это выражается в попаданиях по голове соперника. Да, здорово оттягивается, как минимум дважды вот так наказывает зазевавшегося оппонента, который задержался на линии атаки. Здесь мы должны еще сравнивать то, насколько стремительно начинают проседать спортсмены. И вот здесь темп проседания у Устар Магомеда чуть быстрее. Чувствует это и публика, которая в массе своей переживает больше за Абубакара. Последние секунды четвертого раунда. И здесь опять откровенный размен. Пауза близка перед заключительным раундом. И, наверное, да, здесь все. Фантастический по напряжению бой. Невероятный поединок. В разные стороны качаются качели. Опять же хочу отметить высочайший уровень работы, защиты, попыток тейкдаунов, ухода тейкдаунов, защиты, борьбе. В общем, все очень классно, все на космическом уровне. Ну, как и с огромным весом, 2-2, похоже, у нас. Пятый решающий. Тогда это еще интереснее. Здесь точен был Устар Магомед. Виктор Корнеев просит покинуть всех посторонних лиц клетку. Заключительный пятый раунд! Да, пятый раунд в этом бою и последний раунд в рамках турнира ACA 138. Аккуратно, аккуратно двигается вперед Устар Магомед Гаджи Даудов. Отстреливается в контратакующем стиле. Абубакар Вагаев, заводится публика. Там большая группа поддержки и у Устара, и у Абубакара. Иногда Устар скандирует, а иногда Вагаев. Бросается вперед чемпион. Неплохая борьба. Есть, попадает по две ноги ниже. Близок тейкдаун Абубакар Вагаев. Прихватил. Отдает шею. И вот она работа, вот он фирменный стиль Абубакара Вагаева. Да, здесь же переживает Абдулкерим Эдилов и с одной и с другой стороны подбегает к сетке, к клетке и подсказывает.
Впервые, пожалуй, наверное, впервые за все время Абубакар Вагаев вот так очень уверенно забрался за спину и находится здесь. Да, по контролю все хорошо, вкладывает корпус. Ну что ж, полторы минуты уже больше забрал Вагаев в этом раунде. Но не сказал еще своего последнего слова Устар Магомед в этом бою. Есть вот такое ощущение. По две ноги широкая защита, забирает спину. Вау! Выныривает, выныривает Устар Магомед. Разрыв дистанции. Психологически поддавливает еще Устар Магомед. Обменялись фразами. Надеюсь, в интервью после поединка мы выясним, о чем они говорили. Как ожидалось, это противостояние очень напряженное, очень конкурентное. И до сих пор ничего еще не ясно. Начало раунда за чемпионом. По корпусу и здесь размашистые атаки, но уже сбит прицел немного. Реакция не та. Ну и дышится, соответственно, не так свежо, как поначалу. Попытка побороться от Устар Магомеда. Обратно. То же самое теперь уже делает Абубакар Вагаев. Опять борьба, опять стойка. Калина. Как же переживает Абдулкерим Идилов. Да, он просто сейчас мечется, как лев в клетке, туда-сюда. Причем он вне клетки, самое интересное. Да, заправил ногу, но поднимается Гаджи Дауда. Показывает крепко удерживать. Бьет по рукам Устар Магомеду, чтобы не цеплялся тот за сетку. Рефери все видит по бедру. Пытается стащить вперед, не получается. Разворачивает Устар Магомед, но надолго ли? Бросок и чергой не выходит. Здорово вкручивался и просто соскользнул Вагаев. Вот сейчас... Но сейчас нужен нитро, да, форсаж Гаджи Даудова. На да. Характере, по-другому никак, это чемпионский бой. Если Устар Магомед хочет завоевать трофей, вот сейчас нужно идти вперед. Менее полутора минут до завершения поединка. Просто уже как будто бы сохраняется в этой компьютерной игре сейчас. Устар Магомед едва не выбивает опоры и падает сам. Да, накрывает сверху Вагаев. Всего лишь минута. Да, на канвасе вместе, но здесь без каких-то особенно активных действий пытается встать Устар Магомед. Не удается здесь ни пробить, уже просто нет никаких сил, и умудряется Устар развернуться. Вот несколько раз мы с тобой сегодня говорили, этот термин «пробарывает». Вот это слово, которое не подходит под законы русского языка, полностью подходит и этому раунду, и, возможно, вообще этому турниру. Вне всяких сомнений, невероятно устали бойцы. Просто уже каждое действие очень тяжело дается, и локоть с близкого расстояния. Пытается опять забрать спину, неудачно. Шею прихватывает Абубакар Вагаев. Ненадолго. И вот сейчас, 10 секунд, бежит вперед Устар Магомед. Требует угол Абубакар Вагаева атаковать хаммерфистами. Но все, бой завершен. Поединок завершен. Аплодисменты грустные. 5-й раунд забирает чемпион. И этот раунд был решающим, скорее всего. Но давайте дождемся решения судей. Тяжелейший бой. Устар Магомед Гаджи Даудов отдал все силы в этой встрече. У него было много отличных эпизодов. Но каким же будет решение? Еще раз напоминаю, ничейных результатов в лиге ACA не бывает.
Надеюсь, я потом пообщаться все-таки с судейским корпусом. Не знаю, какие оценки, но очень интересно мнение судейских коллегий по, как бы это странно ни звучало, первому раунду. Возможно, именно этот раунд будет решающим, но давайте ждать, давайте ждать. Алексей Яценко, президент лиги, здесь же с поясом. Так, ждем появления Александра Загорского, который знакомится с записками. Решение может быть раздельное. Да и вообще эта история может быть еще не завершена. Вне зависимости от решения. Дамы и господа, аплодисменты обоим бойцам! Итак, по завершении главного события вечера обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of the main event, we go to the Georgian scorecards. Судья 1, George 1, 48-47, 48-47, Гаджи Даудов. Судья номер 3, George 3, 49-46, 49-46, Вагаев. Судья номер 2, George 2, 48-47, 48-47, Гаджи Даудов. Судья номер 4, George 4, 49-46, 49-46, Вагаев. И судья номер 5, George 5. 48-47. Таким образом, раздельным решением судей одержал победу и остается! И остается чемпионом Абубакар Вагаев. Вот так вот. Два новых чемпиона и один старый. Абубакар Вагаев сохраняет пояс на своей талии. Абубакар Вагаев!